я тут села, присела побаловаться. Ну что, я как видео мне назвать? Мини-ударница? Нет. А как? Я присела побаловаться. Все, народ, мини ударился у нас в рок. Жуть. Небольшое интервью, пожалуйста, от звезды мирового масштаба мини. Ну, вот ее так. Агрегат. Вот мини. Ее, правда, еле видно из ударной установки. Не, ну, если я вот так встану, может быть, меня видно будет. Хотя не факт. Ну, давай, мини, анонсируй. Делай анонс. Сейчас я, если не рухну. Че? Делай анонс. Том Вир и инфосотка Зажигалова. Нет, это ты должна была сказать, а не я. Да? Да. Ну ты же уже сказал. Давай. Ну все, ты уже сказал. Браво. Понятно. Вслив такую рекламу, блин. Ну ты же сказал. Да ладно, я дурака валяюсь. 22 числа концерт. Да. 6 часов. В 6 часов, а не 6 часов. Ну ладно, в 6 часов. Да. Чего, утра? Вечера. Хорошо. Эротика будет, нет? Эротика будет? Ну, если ты станцуешь. Музыкальная, да? Музыкальная. Иди к микрофону, подойди, давай. Да. Вокалистка. Для жирафа. Ты посмотри. Так, прекрасно. Вот мини, вот микрофон. Опять рейтинг мини упал ниже плинтуса, ребят. Слушай, у тебя кожанка так отсвечивает. Зеленый и красный. Так, да? Ага, так классно. Да. А встань вот там, где гитаристы стоят, под синенький этот. Да, очень хорошо идет через камеру. Ну, как всегда, мини блестяще отрекламировала предстоящее мероприятие. Просто поразительно, мне кажется. Завтра контракты государственные посыпятся. Все, спасибо, мини. Давай, дурака поваляли. Пока-пока. Ну, давай, меня. Чего? Давай, да, давай, зажигай. Ого, сейчас она тяжелая, она упадет. А, у тебя ремень упал аккуратнее. Все. Слушай, ты прям как песниры. Опусти гитару, как она у тебя, по ремню. По ремню, как она у тебя. Стой, по ремню она у меня очень низко. Опускай, да. Во! Во! Встань в свет, в зеленый, сюда, к солисту, к вокалу. Во! Прыгай. Да. Может, тебе стульчик дать? О, нормально. В общем, твоя судьба укулеле. Да, укулеле. Я думаю, до таких гитар вряд ли ты вырастешь уже. Она тяжелая. Да? Да. Судьба рокера, штука тяжелая, да? Вот там и как там.